Ребята, привет! И мы приехали, ну, как бы в центр Паланги. Центр Паланги там Басанавичус. Это дальше. Но мы сегодня туда не пойдем. Нужно выждать хорошую погоду. И мне кажется, я была у моря, настолько там все парило, я просто ушла оттуда. Люди не купаются, волн нету. Не знаю почему. Вот утром купались. Тут фонтан. Вообще-то я хочу купить минеральный. Но здесь нету продуктовых магазинов. И я, наверное... Вот тут Максима, она до сих пор закрыта. Не понимаю почему. Тогда надо будет выйти в Айби. Вот тут вот. Я хотела ехать на вокзал. Но... Ну, хотя на дождь не похоже. Ну, хочу быстренько вернуться. Может, мы с вами зайдем какую-нибудь матчу выпьем. Ну вот, вовсю работают магазины. Скорее всего, уже до 8 часов. Ну, тут уже как бы собираются. Я сегодня была на женском пляже, на рынке. Знаете, я ничего себе не нашла, потому что такое ощущение, что там продают остатки уже. И женщина сказала, что ничего летнего больше получать не будут. Это гурманская Италия. Вовсю вот продают рыбу. Так. Мне очень нравится вот эта улица. Очень. То есть я заходила в этот магазин и ничего абсолютно там себе не нашла. Но снимать не решилась. А вот, ребята, это кафе, которое около базара. Просто хочу посмотреть, как здесь изменились цены. Обед дня 7 евро с 11 часов. Ну и все как бы так. Подорожало. Может, вот здесь даже мы зайдем и выпьем кофе. Потому что там французская кипиклели уже как бы закрыта. Базар тоже закрыт уже. Да, сейчас посмотрим, что здесь. 7,50. 6,50. Так, это что это? Горячего копченого. Тут плохо видно. Свет падает. Тут сушеная рыба. Сейчас посмотрим, что тут. Ну, ребята, вот я взяла сок, кофе. Посмотрите, какие чашечки красивые. Ну, я, наверное, не поеду на вокзал, на автовокзал. Наверное, я в Айби схожу. Он еще работает. И... Так, у меня карточка, наличку я оставила, так что хотела тут икру купить, развесная икра есть, трески,
13 евро. Женщина покупала, говорит, режет. Ну, такие как рулетики. Ну, то есть там натуральная икра копченая. И она режет и на хлеб. Говорит, с кофе, с чаем очень вкусно. Вот надо попросить, спросить, можно там по карточке? Тут и рыба сухую, вот рыбу покупают тоже. Ну, мы будем пробовать кофе. Вот. Вы представляете, сегодня вот на обед был суп со щавелем, гуляш, была какая-то каша, даже не знаю, и свежий салат. И вот люди, то есть двое мужчин у нас сидят за столом, вот они вот мясо только съедают, кашу оставляют, и салат тоже оставляют, ну суп еще. И за ужином вот этот мужчина, который напротив меня с коляской, он говорит, что самое лучшее блюдо – это здесь суп. Ну, конечно, дома я щавель чуть-чуть по-другому готовлю. И здесь более такой постный. И на ужин была какая-то, я даже не знаю, затрудняюсь сказать, котлета. Но мне кажется, что что-то похоже на рыбную. И гречневая каша была, и также тушеные овощи были, брокколи, морковка, цветная капуста, фасоль. И вы знаете, вот этот он, мужчина там поколупал, всю порцию оставил и говорит, мне это невкусно, я кушать это не буду. А рядом, который сидел со мной мужчина, он такой же, ну, не знаю, помоложе, может, такого же возраста, после инсульта. Он там что-то там начал кушать, ну, смотрю, вот, овощи он оставил. Ну, там кашу чуть-чуть съел, там пол котлеты. И я, вы знаете, просто мне хочется спросить вот этих мужчин, что они кушают дома. Потому что я, в принципе, съел абсолютно все. До последней крошки, потому что, как я считаю, что это здоровая еда. Гречка, котлета на пару и на пару сделанные овощи. Это же вкусно очень и здорово. Я с 2000 года так питаюсь. Ну, правда, бывает, что я жарю, но я сидела на такой еде, и я знаю, что в больницах тоже вот такая еда. Ой, моя подружка идет. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Посмотрите, она созналась, как вон пошла. Она меня игнорирует даже. Вот видите, а позапрошлом году сидела со мной вот тут вот за столом. Я кушала картофельные блины с мясом, она сидела и ждала, пока я ее угощу. А сейчас все. Вот видите. Да, странно, я хотела купить икру. А мне сказали, что только от 5 евро. То есть ты должен купить на 5 евро и больше. И тогда ты можешь рассчитаться карточкой. Смотрите, что я увидела. А вы помните вот эти цветы моего детства? У нас тоже на огороде такие росли, и мы вот с этих лепестков делали себе ногти. Помните, такое было? Клеили вот такие вот лепестки. Кто белые, кто розовые. И ходили с ногтями. Дети, представляете, это у нас были накладные ногти с лепестков цветов. Но кто не клеил, считайте, что у вас детства не было.